С 25 июня в Одинцовском округе смогут вернуться к работе объекты розничной торговли любой площади, вне зависимости от наличия отдельного входа. Чтобы приступить к трудовой деятельности, необходимо направить уведомление о готовности объекта в Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также окружную администрацию. При этом все организации должны строго соблюдать санитарные нормы, введенные в период борьбы с коронавирусом.